И мы хотели спеть песню. В Откровении написано, что если стою двери и стучу, и если мы слышим этот стук, и как важно, чтобы мы слышали этот стук среди всей этой суеты, что Бог стучит в наши сердца, и Он хочет быть с нами рядом, Он хочет с нами общаться, чтобы мы всегда помнили об этом. Войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мной.